Ежегодно 1 октября в России отмечают День пожилых людей. Накануне этой даты в Тверской областной филармонии прошли торжественные мероприятия. Здесь собрались представители старшего поколения Верхневолжья, в том числе ветераны, активисты общественных организаций и объединений. Тему продолжит Наталья Чекит. На празднике элегантного возраста собрались 300 человек из всех муниципалитетов Тверской области. Все они ведут активный образ жизни. На выставке в областной филармонии они продемонстрировали свои увлечения. 2 года назад Людмила Иванова из Весьегонска закончила трудовую деятельность. И чтобы не сидеть без дела, начала ходить в кружок рукодельницы. Летом как бы у нас в Весьегонске свои огороды, нам работы хватает. А зимними вечерами мы ходим. Ну, не вечерами, но ходим на занятия. Встречаемся в клубе, делимся. У нас Елена Сенькина и Наталья Цепенье делятся знаниями с нами, без сожаления, просто открыто все. А вот ее коллега по кружку Нина Цибульская уже много лет создает картины из атласных лент. Все началось с просьбы дочери вышить пионы. Меня затянуло это рукоделие. Иногда еще и вяжу. Надоест одно, занимаюсь другим. Вот, например. Да, своя ручная работа. Поздравительный адрес и слова признательности всем представителям старшего поколения направил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Эта дата объединяет нас с искренней признательностью представителей старшего поколения. Ваш мирный труд на благо нашей Родины, преданность интересам Отечества, верность многовековым ценностям и традициям нашего народа вызывают искреннее уважение. Желаю вам доброго здоровья, любви и поддержки, близких людей, счастья и благополучия на долгие годы. Почетной грамотой главы региона награждены социальные работники комплексного центра социального обслуживания населения Людмила Дубова из Торопецкого района и Светлана Серебрякова из Вышневолодского округа. Еще 11 специалистам вручили почетные грамоты, благодарности и дипломы Министерства социальной защиты населения Тверской области. Дипломы Министерства социальной защиты населения Тверской области награждаются. Богачева Ирина Геннадьевна, занявшая 3-е место в областном этапе чемпионата по танкированию, которую среди пенсионеров Тверской области. Половодский район. Для всех собравшихся гостей инструментальный ансамбль исполнил знакомые и любимые многим композиции.